Ни минуты покоя. Жители Алтайского края съедают комары. В регионе фиксируют рост численности кровососущих. И это несмотря на обработку от комаров в Барнауле в середине июня. Активному размножению насекомых способствует сочетание факторов. Половодье в мае и дальнейшая жара создали идеальные условия для роста комаров. Поэтому сегодня в краевой столице начали повторную обработку от насекомых. Обработку мы проводим в ранние утренние часы. Заканчиваем примерно часам к 9, когда уже много народу, а начинаем в 5 утра, чтобы и ветра было меньше, и препарат ложился хорошо. Препарат используется 4 класса опасности, самые безопасные для людей, которые не вызывают никаких побочных эффектов. Дезинсекцию уже провели в центральной части города, на проспекте Ленина, площади Победы, в Нагорном парке. Также обработают скверхимиков, Ленинградскую аллею, Мизюлинскую рощу, аллею на Георгия Исакова, парк Юбилейный и прибрежные зоны. Общая площадь обработанной территории должна составить 44 гектара. По мнению специалистов, обработку им нужно проводить несколько раз. Вы же обрабатываете непосредственно, убиваете ту популяцию, которая в данный момент существует на определенной территории. Угу. Грубо говоря, там на траве на объектах остался инсектицид, через некоторое время прилетели другие комары. Не факт, что они с этим инсектицидом вообще повзаимодействуют. То есть, да, это нужно делать периодически. Эксперты рекомендуют позаботиться и об индивидуальных средствах защиты. Советуют выбирать проверенные препараты и не обрабатывать репеллентом кожу. Это средство предназначено именно для одежды. Юлия Щепина, «День с толком».